Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня в видео я покажу, как вязать вот такой красивый узор для шали. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И замыкаем их кольцо. Вяжем первый ряд 3 воздушных петли подъема и сюда же в кольцо еще 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушных петли и сюда же в это же колечко 3 столбика с накидом. Второй столбик, третий. 2 воздушных петли и сюда же в это же кольцо 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Я делаю соединительный столбик в следующую петельку. Дальше еще раз соединительный столбик в следующую петельку. 3 воздушных петли подъема и варочку я вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. Дальше 2 воздушных петли и сюда же в эту же арочку еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли и дальше под следующую арочку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем третий ряд, переворачиваю работу. Соединительный столбик в следующую петельку. Дальше еще раз соединительный столбик в следующую петлю. 3 воздушных петли подъема. Дальше под арочку вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли и сюда же под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли и теперь у нас идет, значит, 3 столбика с накидом. Я в последний, в третий столбик вяжу столбик с накидом. Дальше под арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. И четвертый столбик я вяжу в первый столбик предыдущего ряда. 2 воздушных петли. И в следующую арочку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем четвертый ряд, переворачиваю работу, делаю соединительный столбик в следующую петельку. Еще раз соединительный столбик в следующую петлю. 3 воздушных петли подъема. Дальше под арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли.
И сюда же под эту же арочку 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушных петли. Дальше будем вязать 4 столбика с накидом, как вязали в предыдущем ряду. У нас идет 3 столбика с накидом. Я в последний, в третий столбик вяжу столбик с накидом. Дальше под воздушные петли 2 столбика с накидом. Раз, два. И в следующий столбик с накидом, столбик с накидом. 4 столбика с накидом я связала. Дальше 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь вяжем так же, как с этой стороны. Пропускаем, получается, 3 столбика. 1, 2, 2 столбика в третий столбик с накидом. Под арочку 2 столбика с накидом. И в следующий столбик с накидом вяжем 1 столбик. Также получилось 4 столбика с накидом. Дальше 2 воздушных петли. И под арочку, под следующую, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем 5-й ряд. Я переворачиваю работу и так же, как и в предыдущем ряду, делаю 2 соединительных столбика. 1 и 2. 3 воздушных петли подъема и под арочку вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли. Сюда же, в эту же арочку, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли. Теперь будем вязать также 4 столбика, как и вязали в предыдущем ряду. 2 столбика я пропускаю и в третий вяжу столбик с накидом. Теперь под арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. И 4 столбик в следующий столбик с накидом. Дальше 5 воздушных петель. И вяжем под арочку из 7 воздушных петель столбик без накида. Также 5 воздушных петель. И здесь с этой стороны вяжем точно так же, как с этой. Значит, пропускаем 1, 2, 3 и в 4 столбик вяжем столбик с накидом. Дальше под арочку 2 столбика. 1, 2. И в столбик следующий столбик с накидом. 2 воздушных петли. Под следующую арочку из воздушных петель 3 столбика с накидом. Две воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вяжем 6-й ряд. Переворачиваю работу. Делаю 2 соединительных столбика. Первый столбик. И второй соединительный столбик. 3 воздушных петли подъема. И дальше под арочку также 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли. И сюда же под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2,
3, 2 воздушных петли. Здесь вяжем точно так же, как и в предыдущих рядах. Значит, 2 столбика пропускаем в третий столбик с накидом. В серединку под арочку 2 столбика с накидом. Раз, два. И в следующий столбик с накидом. Дальше 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. И теперь под вот эту арочку вяжем столбик без накида. Дальше второй столбик в столбик с накидом предыдущего ряда. И третий столбик под следующую арочку. Всего получилось 3 столбика без накида. 6 воздушных петель. Пропускаем 1, 2, 3. И в четвертый столбик с накидом. Дальше под воздушные петли 2 столбика с накидом. И последний столбик в следующий столбик с накидом. 2 воздушных петли. В последнюю арочку вяжем 3 столбика с накидом. Две воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вяжем 8-й ряд. Я переворачиваю работу и делаю 2 соединительных столбика. Первый и второй. 3 воздушных петли подъема. И под арочку 2 столбика с накидом. Один, второй. 2 воздушных петли и сюда же в эту же арочку 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли, вяжем 4 столбика с накидом. Первый, второй столбик пропускаем, в третий вяжем столбик с накидом. Дальше под арочку 2 столбика с накидом. И четвертый столбик вяжем в следующий столбик с накидом. Дальше 7 воздушных петель. Пропускаем 1, 2 и в последний столбик вяжем столбик с накидом. Теперь 2 столбика под цепочку из воздушных петель. Один, второй. И четвертый столбик вяжем в петельку. Шесть воздушных петель. Тут у нас идут столбики без накида. Я пропускаю первый столбик и начинаю вязать сразу же во второй. Столбик без накида. В следующий столбик без накида. И еще раз в следующий столбик без накида. Всего у меня получилось 3 столбика. Я не довязала последний столбик и первый столбик. Вяжу дальше 6 воздушных петель. Отсюда отсчитываю 1, 2 и в третью петельку вяжу столбик с накидом. Дальше сюда же под эту же цепочку 2 столбика с накидом. Мы теперь вяжем в обратном порядке, точно так же, как вязали с этой стороны. И еще один четвертый столбик, следующий столбик с накидом. Семь воздушных петель. Теперь вот в этот столбик, в последний, я вяжу столбик с накидом. Дальше под воздушные петельки 2 столбика с накидом.
И сюда вяжем следующий столбик, столбик с накидом. Всего у нас их получается 4. Точно так же, как и с этой стороны. 2 воздушных петли. И под последнюю арочку из воздушных петель вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 9 ряд. Я переворачиваю работу и делаю 2 соединительных столбика. 3 воздушных петли подъема и под арочку из воздушных петель 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли. Вяжем 4 столбика с накидом. Первый вяжем вот сюда, вот в этот столбик с накидом. 2 столбика под цепочку из воздушных петель. 1, 2 и последний 4 столбик в следующий столбик с накидом. 6 воздушных петель и вяжем столбик без накида под цепочку из воздушных петель. 6 воздушных петель. Столбик с накидом в 4-й столбик предыдущего ряда. Дальше 2 столбика под цепочку из воздушных петель. 1, 2 и 4-й столбик в петельку. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2. 3, 4, 5. И вяжем столбик без накида в серединку 3 столбиков. 5 воздушных петель. Отсчитываем 1, 2 и в третью петельку столбик с накидом. Сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. И в следующий столбик 4-й столбик с накидом. Шесть воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида под цепочку из воздушных петель. 6 воздушных петель. Вяжем 4 столбика с накидом. Пропускаем 1, 2, 3 и в 4-й столбик 1-й столбик с накидом. Дальше под воздушные петли 2 столбика с накидом. 1, 2 и в следующий столбик с накидом 4-й. 2 воздушных петли. И в арочку из воздушных петель 3 столбика с накидом, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 10 ряд. Я переворачиваю работу и делаю 2 соединительных столбика. 1 и 2. 3 воздушных петли подъема. И под арочку вяжу 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли. Вяжем 4 столбика с накидом. Первый, второй столбик пропускаем, третий столбик с накидом. Дальше под воздушные петельки 2 столбика с накидом.
и четвертый столбик в следующий столбик с накидом. Дальше 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем столбик без накида под цепочку первую из воздушных петель. Дальше идет столбик без накида. Я сюда вяжу еще один столбик без накида. И еще один столбик третий под следующую цепочку из воздушных петель. Всего получается 3 столбика. 6 воздушных петель. Пропускаем 1, 2, 3 и в четвертый столбик с накидом. Дальше под цепочку 2 столбика с накидом, 1, 2 и следующий столбик в саму петельку, в следующую. Две воздушных петли. Отсчитываем 1, 2 и в третью петлю столбик с накидом. Дальше сюда же под эту же цепочку 2 столбика с накидом. И четвертый столбик в столбик следующий с накидом. Дальше 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем столбик без накида под цепочку. Дальше в столбик без накида, столбик без накида. И под следующую цепочку столбик без накида. Всего получилось 3 столбика. 6 воздушных петель. Пропускаем 1, 2, 3. В четвертый столбик вяжем столбик с накидом. Дальше под воздушные петли 2 столбика с накидом. И столбик с накидом в следующий столбик. 2 воздушных петли. И под последнюю арочку в конце вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 11 ряд. Я переворачиваю работу, делаю 2 соединительных столбика. Первый и второй. 3 воздушных петли подъема. И под арочку из 2 воздушных петель 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли. Дальше вяжем 4 столбика с накидом, как мы и вязали в предыдущих рядах. Первый столбик. Дальше 2 столбика под воздушные петли. И 4 столбик в следующий столбик с накидом. Дальше 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 7 воздушных петель. И под цепочку из воздушных петель я вяжу столбик без накида. Дальше у нас идет 3 столбика без накида. Я сюда вяжу в каждый столбик по одному столбику без накида. Получилось 4 столбика и еще один столбик под следующую цепочку. 5. 7 воздушных петель. Дальше 1, 2, 3 и в четвертый столбик. Столбик с накидом. Дальше под 2 воздушных петли 2 столбика с накидом. И под следующий столбик с накидом. Вот что у нас получилось.
Далее опять 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вяжем точно так же, как вязали вот этот первый ромб. Под воздушные петли столбик без накида. Дальше 3 столбика без накида. В каждый столбик по одному столбику. И еще один столбик под следующие воздушные петли. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 4 столбика с накидом. 1, 2, 3 пропускаю. И в четвертый столбик, столбик с накидом. Под воздушные петли 2 столбика. И в следующий столбик, четвертый столбик с накидом. Дальше 2 воздушных петли. И под последнюю арочку я вяжу 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 12 ряд. Я перевернула работу. И в этом ряду мы будем добавлять вот эти узоры, ромбы. Я делаю 2 соединительных столбика. 3 воздушных петли подъема. И сюда же под 2 воздушных петли 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушных петли. Сейчас вяжем 4 столбика с накидом. Первый столбик. 2 столбика под 2 воздушных петли. И в следующий столбик 4 столбик с накидом. Сейчас будем добавлять ромб. 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. 6, 7. Пропускаем 1, 2 и в третий столбик вяжем столбик с накидом. Точно так же этот ряд вяжем, как мы вязали вот в этом ряду. Вот он идет. Сначала у нас идет узор на расширение, а потом мы его сужаем. И точно так же здесь он у нас шел на расширение, и теперь мы будем его сужать. Первый столбик я связала, дальше 2 столбика под воздушные петли. И 4 столбик в петельку. Шесть воздушных петель. Здесь у нас идет 5 столбиков без накида. Я первый столбик пропускаю и в следующий вяжу столбик без накида. Дальше в следующий столбик без накида. И еще раз в следующий столбик без накида. Всего получается 3 столбика. Теперь, значит, 6 воздушных петель. 1, 2 и в третью петельку воздушной цепочки вяжу столбик с накидом. 2 столбика под воздушные петли. И 4 столбик в столбик с накидом. Дальше 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь мы еще добавляем 1 ромб. В этом ряду у нас их будет 3. 1, сейчас 2 и в конце мы свяжем 3.
Пропускаем 1, 2 столбика и в последний столбик с накидом. Дальше под воздушную цепочку 2 столбика. И четвертый столбик вяжем в петельку. Шесть воздушных петель. Здесь также мы не довязываем последний столбик без накида и первый столбик. Я пропускаю, начинаю вязать сразу во второй. Раз, два, три. Шесть воздушных петель. Отсчитываю 1, 2, 3, в третью петельку вяжу столбик с накидом. Дальше 2 столбика с накидом под цепочку. И четвертый столбик в следующий столбик с накидом. Дальше 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю 1, 2 и в третий, в последний столбик, столбик с накидом. Под воздушные петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик с накидом. 2 воздушных петли и под последнюю воздушную цепочку я вяжу под арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 13 ряд, я переворачиваю работу. Делаю 2 соединительных столбика. Три воздушных петли подъема и под 2 воздушных петли 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Дальше вяжем 4 столбика с накидом. 2 воздушных петли, пропускаем 2 столбика, в третий столбик с накидом. Под 2 воздушных петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик с накидом. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида под цепочку из 7 воздушных петель. 5 воздушных петель. И теперь вяжем 4 столбика с накидом. Первый столбик я вяжу в последний столбик предыдущего ряда. Два столбика под цепочку и последний четвертый столбик в петельку. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас 3 столбика без накида. Мы вяжем 1 столбик в серединку этих 3 столбиков. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываю 1, 2 и в третью петлю воздушной цепочки я вяжу столбик с накидом. 2 столбика под цепочку. И четвертый столбик в следующий столбик с накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет второй ромб. Первый мы вяжем. Мы добавляли, вот он, второй. И сюда под воздушную цепочку
я вяжу столбик без накида, 5 воздушных петель, четыре столбика с накидом, пропускаю 1, 2, 3, в четвертый, в последний столбик, столбик с накидом. Дальше под воздушную цепочку 2 столбика с накидом и четвертый столбик в петельку. Пять воздушных петель. Столбик без накида в серединку 3 столбиков. 5 воздушных петель. Отсчитываю 1, 2 и в третью петельку столбик с накидом. 2 столбика под цепочку. И 4 столбик в следующий столбик. Теперь вяжем, мы добавляли третий ромб, вот он, мы его сейчас последний вяжем. 5 воздушных петель, столбик без накида под воздушную цепочку, 5 воздушных петель и теперь 4 столбика с накидом. В последний столбик предыдущего ряда столбик с накидом. 2 столбика под цепочку из 2 воздушных петель и последний столбик в следующий столбик с накидом. 2 воздушных петли и в последнюю арочку я вяжу 3 столбика с накидом, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 14 ряд. Я переворачиваю работу, делаю 2 соединительных столбика. Первый, второй. 3 воздушных петли подъема и сюда же в эту же арочку 2 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Сейчас вяжем 4 столбика с накидом. Первый столбик, 2 столбика под воздушные петли и 4 столбик, следующий столбик с накидом. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше под воздушную цепочку столбик без накида. В столбик предыдущего ряда столбик без накида второй и под следующую цепочку третий столбик без накида. 7 воздушных петель. Пропускаю 3 столбика, в последний, в четвертый вяжу столбик с накидом. Под цепочку 2 столбика и 4 столбик в петельку. Дальше 2 воздушных петли. Это мы вяжем ряд, как вязали вот здесь. Уже заканчиваем вот ромб. Вот этот будем заканчивать вязать и следующий. Пропускаю 1, 2 и в третью петлю столбик с накидом. 2 столбика под цепочку и 4 столбик в следующий столбик с накидом. Семь воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под цепочку следующую столбик без накида, в столбик без накида и под следующую цепочку столбик без накида, 3 столбика
7 воздушных петель. Пропускаю 1, 2, 3, 4 столбик в последний столбик с накидом. Под цепочку 2 столбика с накидом. И 4 столбик в петельку. 2 воздушных петли. Дальше идет следующая цепочка в третью петельку. Столбик с накидом. Под цепочку 2 столбика и в следующий столбик столбик с накидом, 4 столбика. Семь воздушных петель. Под цепочку из воздушных петель столбик без накида, в следующую петлю столбик без накида. И под следующую цепочку третий столбик без накида. 7 воздушных петель. Пропускаю 3 столбика в четвертый столбик с накидом. Под воздушные петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик столбик с накидом. 2 воздушных петли и под воздушные петли 3 столбика с накидом. 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Вяжем 15 ряд. Переворачиваю работу, делаю 2 соединительных столбика. 1, 2, 3 воздушных петли подъема. Сюда же под воздушные петли 2 столбика с накидом, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом, 2 воздушных петли, вяжем 4 столбика с накидом. Семь воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под цепочку столбик без накида. Дальше 3 столбика. Я в каждый вяжу по одному столбику без накида. И под следующую цепочку столбик без накида. 5 столбиков без накида. 7 воздушных петель. Теперь пропускаю 3 столбика и в четвертый столбик с накидом. Дальше под 2 воздушные петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик 4 столбик с накидом. 7 воздушных петель. Под следующую цепочку столбик без накида. Дальше 3 столбика без накида. В каждый столбик по одному столбику. И под следующую цепочку столбик без накида. 7 воздушных петель. Пропускаю 1, 2, 3 и в четвертый столбик столбик с накидом. Под 2 воздушных петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик 4 столбик с накидом. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под цепочку также столбик без накида. 3 столбика дальше идут. Я в каждый вяжу по одному столбику без накида. И 5 столбик под следующую цепочку. 7 воздушных петель. Пропускаю 3 столбика и в 4-й, в последний столбик с накидом. Под воздушные петли 2 столбика с накидом. И в следующий столбик столбик с накидом. 2 воздушных петли
И под цепочку, под арочку я вижу 3 столбика с накидом, 2 воздушных петли и сюда же 3 столбика с накидом. Дальше по такому же принципу вяжем изделие до нужного размера.